всім бадьорим та енергійним. Сьогодні продовжуємо займатися пілатесом. Тренування проводить Наталія Михальченко. Вітаю вас. Добрий день. Сьогодні ми продовжимо працювати у стінки, поработаємо над мишцями преса, ягодичними мишцями і улучшимо общее состояние организма. Подходим к стене. Ноги на ширине таза. Таз – это там, где у нас тазовые косточки. Выстраиваем треугольник таза. Лобковая кость на одной линии у нас с подвздошными. Подкручиваем таз. Тазовое дно в себя. Живот у нас в тонусе. Идет полное касание пятки, голень, ягодицы, лопатки. Плечи максимально уводим к стене. Вытягиваем шею. Вытягиваем макушку вверх. Расслабляем лицо, вдох нос. Через стороны заводим ручки, выдох рот. Тянемся за руками, руки напряжены и вытягиваются. Выдох. Стараемся максимально руками водить по стене. Все время вытягиваемся. Позвоночник все время у нас тянется вверх за макушкой. Вдох нос. Выдох рот. Потянулись вверх, задержали, опустили плечи, лопатки сводим и тянем вниз. Пальчиками стараемся максимально вытягиваться вверх. На выдохе еще опустили плечи, лопатки, шею вытягиваем, живот в тонусе. На выдохе возвращаемся. Уходим ручкой в сторону, на выдохе, на вдохе возвращаемся, на выдохе. Голова у нас слегка выглядывает из-под руки вверх. Выдох. Взгляд направляем за рукой. Выдох. Вдох. Помним. Лопатки касаются стенки. Вдох. Выдох. Вдох. На выдохе задержали. На выдохе еще больше. Живот втянули. И теперь дополнительно правой рукой мы вытянули. Чувствуем, как вытягивается вся боковая поверхность. И максимально увели руки к стене. Возвращаемся. Тянемся в другую сторону. На выдохе. На выдохе еще ниже. И теперь дополнительно левой рукой увели вверх, вытянули. Чувствуем вытяжение всей боковой поверхности. Возвращаемся. Теперь одной ручкой тянемся вверх, второй через вниз. Раскрываемся через сторону, вдох. И на выдохе уходим в сторону. Вдох. Помним, стараемся максимально тянуться всем телом, задней поверхностью к стенке. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Мы тянемся что за рукой вверх, что за рукой вниз. Все время вытяжение всеми конечностями. Выдох, вдох. Задержали, потянулись максимально, вытянулись. На вдохе возвращаемся и на выдохе потянулись. На вдохе возвращаемся, опустили руки, слегка отошли от стенки. Вдох и на выдохе уходим плавно, медленно вниз. Руки тяжелые, макушка тянется у нас в пол, шея вытягивается, вытягивается весь позвоночник. Чувствуем вытяжение задней поверхности. Идет полное расслабление тела, кроме живота. Вверх, вдох. Выдох, возвращаемся к стенке, выстраиваемся. Следим, чтобы у нас тазовые косточки были на одной линии, вытянулись под нижние ребра, опустили плечи, плечи у нас на одной линии, мысленно направляем свой взгляд на лопатки, лопатки у нас тоже на одной линии, ручки через сторону, вдох, вверх, а и на выдохе мы начинаем только плечи тянуть в пол, выдох, вдох, при этом пальцы все время тянутся вверх, выдох, вдох, шея вытягивается за макушкой. Лицо расслабленное. Выдох, вдох. Задержали. Максимально увели лопатки в пол. Уводим руки в сторону, ладошками вверх. И теперь уводим плечи вниз и назад. Вытягиваем ручки в противоположные стороны. Выдох, вдох. Руки у нас на одной линии с плечами.
плечи, на выдохе тянем в пол. Выдох, вдох. Задержали, увели плечи, вытянули шею, руки тянутся в противоположные стороны, грудной отдел вытягивается. Направили руки вперед и на выдохе плечи тянутся у нас назад и вниз. Выдох, при этом пальцы тянутся у нас вперед. Выдох. Вытягиваются ручки, вытягивается весь позвоночник, все время следим за этим. Выдох, вдох, выдох. Задержали, максимально увели плечи назад, низ, шею вытянули за макушкой. Опустили руки, отошли от стеночки. Вдох и на выдохе уходим вниз, плавно, медленно, не торопимся. Руки у нас тяжелые, задерживаемся внизу, расслабляемся. Вверх, вдох. Выдох. Садимся и разворачиваемся лицом к стене. Поработаем над прессом. Максимально ягодицами к стеночке. Руки заводим за голову. Мы разводим ножки в сторону и выталкиваем стеночку. Возвращаемся. На выдохе выталкиваем. Возвращаемся. Выдох. Тянем носочки, вытягиваем ножки, выдох, вдох, выдох, вдох. Стараемся вытолкнуть стену, вдох. Тянемся за руками, тянемся за ногами. Развели и задержали. И начинаем выталкивать. Ножки у нас смотрят в сторону и на выдохе полное. Касание ладошек стенки. Выдох. Выдох. Помним. Выдох рот, вдох нос. Выдох рот, вдох нос. Задержали. Дыхание ровное. Возвращаем. Большие пальчики в замочек потянулись. Вдох. И на выдохе потянули правую лопатку к уху. Вдох и на выдохе левую лопатку подтянули к уху. Вытягиваемся еще больше. Подтянули колени. Расслабились. Максимально ягодицы уводим к стеночке. Руки за голову. Локти у нас смотрят в сторону. Опускаем правую ножку. Опускаем левую ножку. Локти остаются на полу. И на выдохе мы тянемся вверх. Выдох, вдох. Локти смотрят в сторону, взгляд направлен вверх. Мы тянемся силой пресса. Шею расслабляем. Мы работаем прессом. Не тянем за шею. Выдох, вдох, выдох, вдох. Ягодицы касаются стенки. Локти у нас возвращаются на пол. Вытягиваемся макушкой назад. Делаем на вытянутом позвоночнике, на вытянутых мышцах. Расслабились. Возвращаем одну ножку, возвращаем другую. И подтянули колени, расслабились. Возвращаем. Вытягиваем носочки, руки за головой, опускаем левую ножку, опускаем правую, подбородочек тянется вверх, локти в сторону, на выдохе мы отрываемся, на вдохе возвращаемся, выдох, вдох, локти в сторону смотрят, вдох, выдох, вдох, макушкой тянемся назад, вытягиваемся, выдох. Вдох. Живот все время в тонусе. Молодцы. Возвращаем одну ножку. Возвращаем другую ножку. Подтянули к себе колени. Расслабились. Угу. Вытянули ноги. Руки вдоль корпуса. Носочки тянем. И начинаем касаться полностью стопы пола. И уходим тазом вверх. Стараемся увести корпус до плечей. Выдох. Вдох.
Выравниваем низу ноги полностью. Выдох. Вдох. Благодаря этим упражнениям у нас уходит отечность. Особенно после рабочего дня. Часто ноги отекают. Именно благодаря этим упражнениям мы улучшаем состояние. Вверх-выдох. Вниз-вдох. Задержали вверх. И увели вверх. Распределяем равномерно вес тела на плечи. Убираем напряжение с затылка и распределяем равномерно на всю длину рук. Хорошо, возвращаемся. Руки вдоль корпуса, колени и таз у нас друг над дружкой. Ноги широко, пятка, колено на одной линии. На выдохе мы отрываем таз, на вдохе возвращаем. На выдохе, на вдохе. Выдох, вдох. Здесь у нас работает задняя поверхность бедра, ягодичные мышцы. Выдох, вдох, выдох, вдох. Теперь мы вверх сводим колени, вниз разводим. Вверх сводим, вниз разводим. Задержали вверх, свели колени. Возвращаем, подтянули к себе колени, расслабились, вытянули ножки, большие пальчики в замочек, растянулись, дыхание ровное, глубокое, на полные легкие, 4 счет вдох, 4 счет выдох, возвращаемся. На сьогодні все. Тож сьогодні ми гарно попрацювали і покращили свій зовнішній вигляд. Ми поработали сьогодні над мышцами преса, улучшили наші ягодичні мышцы і тепер готові к пляжному сезону.